Поводле Евангелия, у 40-й день после нараджения Иисуса его батьки Иосиф и Мария принесли своего сына у Иерусалимский храм, как представить немауля перед Господом. Свято символизует встречу старого и нового заповетов. У этот день у храмах здесняют чин освящения свечек. Лечится, что Стрешинская свечка володает великой чудодейной силой и служит оберегом для человека его жилья на весь год. У Беларуси этот день со старожитных часов называют еще громницы. Поводле народных поверьев, именовито сегодня зима сустракается с весною. Лечилась, якая сустреча, такая и весна будет. Коли у гэты день адліга, ранняя и теплая. Коли снег, холодная и дождливая.